Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Злой Слон, драйвер 51 Руст и Макс Хруст. Поедем сегодня на карте Широкая река на Урале 43-20-30. И, как обычно, будем потихонечку доработочку нашу контролировать, мониторить на канале. Будем показывать, что есть, чего нет. Всем привет! Всем привет! Здорово! Ну, погнали! Кто да, там? Начинаем. Кто там главный? Я сегодня главный. Сегодня боссом у нас Пашка. Аккуратчики стоят у нас. Во. Все работает, да, у нас? Да, вот. я тут. Отлично. Я опять буду, что я, с краном? С да. краном, я с краном на арках. А мне что брать? А что? Хочешь? Бензин там это все, да? А, не, это ж машины умирают. Нам сейчас надо гараж открыть для начала. Можешь взять ремку с собой. Кого? Ремку. Ремонтные части. Там такой кузов будет с ремонтными частями. Кузов с ремонтными частями. Сейчас, подожди. Блин, я не поставил эту ерунду, круг-то не убрал вокруг этого текстурка. Ну ладно уже, что. Ну да, ладно. Типа бортовой прицеп или что? Техничка называется, вот как. Бери техничку. Техничка. У меня что-то недоступно. Наверное, что-то снять надо, да? Надо поставить, может быть. А ты что-то поставил? Во. Она, Коль... да? Да, да, колесики там еще какие-нибудь вставь. Технический фургон брать, не? Не надо. Так, поедем. Колеса выбери там себе. Че тогда, Паша, кран снимай, я поеду без крана. Поеду я с этим. Крана поеду. Ну тогда ты есть с краном, а я с этой поеду. О, кран Васька. Кран 2, вот я тоже 2 взял. А Макс тогда что, пусть просто едет на этом. Ну, Макс тоже на арках поехал. Че, как Уральчик? Уральчик вообще не считаю. Тут даже ручник есть. Это я без ручника сразу пытался поехать. Пашка взял какие-то узенькие колесики. Да хуенькие такие. Бля. Все. Вот опа, не матерись, ёшкин дрын, у нас тут запись, ё-моё. Палишь хату. Я уже чуть не перевернулся. Так надо аккуратно, мы ж тут, у нас тут в самом начале. Бездорожье, полным ходом. О, не, Урал вообще красава, мне нравится. Сейчас мы еще там синхрон все это допилим, довинтим. Будет там, Паша не туда поехал, то поехал. Я так... Пофигу, разберемся. Я поехал, как и обычно, что-то ты сбил меня с панталыку. Я куда поеду ехать? Вот здесь, я поеду здесь, вот тут вот нормально. Кустики ломаешь и едешь. Так, сюда к туалету нам надо. А, так и надо было и текстурки мне поменять тоже, как бы я, видишь, не поменял ничего. На чем? Играем, ребята, на пираточке, мы тут... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, у нас Макса нет. А не направо надо было ехать? Нормально. Ну ладно. О-о, как раз к Пашке и выехали. Нормально. Вот. И все, Паша, вот туда прямо и едь туда. Похоже, вот на въезд, это тоже видно кусок карты, да? Как мы оттуда выезжали от гаража. Ой-ой-ой. Лида, боже. Все, погнали. Не, он вообще, расход у него маленький, как бы он вообще нормальный Урал такой. Пашка у нас на рабочем кране, если что, будет нас краном поднимать. Вау! Воткнулся все? Извини, я тут немножко. Вчера ДТП было, блин, я завалился на этом Урале, вообще жесть. Нет, но сегодня он как бы более устойчивый. Я подсадил вот, да, на, вот на единицу. Сейчас получше, да, он идет вообще, да, нормально. Немного. Тебя дернуть? Да. Вон, назад, сзади он техничка идет, сейчас тебя подцепит там. Я не могу. Че, меня дернуть? Да, проезжай вперед, дерни Пашку.
Сейчас и я тут засяду еще. Да нет, тут вот ты где идешь нормально. Нет, арки вообще обалденно смотрятся, да? Я еще специально выбирал эти темненькие. Это, по-моему, Ромахины арки, он там их переделывал. У Ромахи брал я. С какого-то мода. Там был у них. Все, выдернули, да, Паш? Ну, да, я вылез. А, ну все, поперли. Надо еще мне там Брегила посмотреть, уж Коша. Как бы он там тоже сейчас... Я Дариус переделывал, я его там подправлял, надо будет тоже выложить его. Это какой? Ну, я набираю скорость. А там зелененький такой, такой симпатичный, такой хороший вообще, отличный. Надеюсь, это не тот, которого я собираю. Не-не-не-не-не-не-не, другой. Что-то все там, смотри, Макс завис. Мне вообще Уралис. Я ему хотел эту коробку на 10 передач поставить. Но что-то мне не понравилось, как она там выглядит. Ну что, кран как вообще, нормально? Ну да, анимация, да, крюк даже шевелится. Он весь, можешь остановиться, он попробовать, его растопырит там всего. Вообще он обалденный. У меня через речку прямо? Куда ехать? Ща, едьте за мной, я знаю. Давайте. Ну, я просто... Едем за Диманом. Давайте отрежем Сусанину ногу. Постойте, ребята, я вспомнил дорогу. Тут уже испытанный вариант. Ну вот тут в повороте с дровами, если на распуске, то тяжко будет. Но тут распусков пока еще нету. Подожди, что-то Макс где-то там подзавис. Да, я тут это еще не скоро, наверное. Да. У нас же тут этот конвой, да, Паша? Да, конвоем идем. Конвоем. Вон, может, пока крана потыркать. Там 4-5 это. Ух. Не-не, он вообще обалденный кран. Это Дмитрий Романенко. Спасибо Дмитрию Романенко за обалденный Шо, кран. Поехали. Вообще обалденный мод. Ой, этот аддон. Вообще мне нравится, как бы, у Дмитрия Романенко моды. Вообще обалденно товарищ делает. Все работает, все хорошо. Все работает, все отлично, да. Еще и работает. Все работает. Как положено. Все как надо. Ой-ой-ой, я промахнулся. Ты прям тут ныряем? Да-да-да, вот тут вот так вот. Оп, и переезжаем. Да можете раньше даже поворачивать. Макс, можешь уже поворачивать там. Я что-то просто пропустил. Можно раньше там наискосок по диагонали там пульнуть было. О, тут даже город какой-то. Да, девятиэтажки стоят, там все нормально. Сейчас пивка в ларьке возьмем и поедем дальше. Типа как Чернобыль, так въезд. Вот и напугал-то нас. Че, на заправурку не поедем, наверное, да? Не, давай дольемся, чё. Ну давай, как бы, да. Чё, мы едем, чё. Не вопрос, едем. Нам, если мы заправимся, нам, по-моему, на всю карту хватит. Тут возить, как бы. Вот что-то я разогнался. Так, всё, я приехал. Не, а чё на арках? Мне вообще он нравится. Вообще такой зверёныш такой, да? Будка-то классная. Будка, да. Да и вахта обалденная. Надо будет туда людей как груз прописать, чтобы она как бы вообще адекватно. Ну, сейчас хоть ну, прицепы, вахта, слава богу, хоть прицепы там, да, все сейчас сделали. Колеса добавили. Ну я на арках буду, мне арки вообще что-то приперли. Что-то Макса там подождем, давай, что-то он там. Он колонки там. Колонки все там сносит, там что-то где-то. Ой, бля. А, Паша, стрелой меня шандарил. А у меня ж машина покатилась, сломал мне тачку.
Чё, уже ДТП? У нас мелкое ДТП. Ну, это не считается. Не, ура вообще, да? Просто это спасибо, опять же. Спасибо одному человеку. Человек сподвиг нас на создание, как бы. И мне вообще изначально этот Урал нравился, просто я долго ждал, как бы, вот, машину с этими аддонами. Ведь спасибо, опять же, авторам модов, там, кто дорабатывал, конвертер. Обалденная машина раньше, наверное, в привате была. Были там на 13.04, да, Паша, версии там, и большой он был, и другой, но эти аддоны вот только-только выпали буквально. Они четырехосные даже были. Да, делали, но... Оп-оп-оп, где-то тут, но я помню, лужа тут. Ой-ой-ой, вот он сейчас лучше стал, смотри, вот сейчас бы я бы уже кувырнулся. Вот вчера мы когда катали, да, нерегулированный. Ну вчера, да, он сильно кувыркался, на нем даже тяжело было ехать. Сейчас, конечно, более-менее нормально. У, мы уже доехали? Ну, до гаража, да. До гаража пока, да, доехали. А там же еще один гараж, что-то мы тупанули-то, Там же еще гараж в другую сторону есть. Ну, давайте загружаться опять. Ну, давайте, кто что потащит? Кто потащит? Я опять два очка беру, что? Макс, да, тогда ты бери вот тоже этот гараж бери. Мы поедем гараж? с Пашкой, возьмем дрова, а ты бери гараж как раз. А у тебя 4 очка было там? Или у как, меня? Как он 4 возьмет? Он с прицепом возьмет. Он возьмет вахту, например, или кран. Кран с этими, с борта, с этой... тележкой фургон. И у него будет 4 очка, да? У него 4. Как гараж взять? Как он вообще там? Ты бери сначала, пишется. Бери вахту, наверное. Вахту, тоже... вахту или кран бери. Я бы тоже, Дима, на таком катанулся, нифига себе. Ну, как... ну, бери тогда ты, а мы поедем тогда с Максом за дровами. Давайте. Кран. Или, знаете как, вы можете ехать, например, берите кран и вот эту балду, а я давайте зацеплю сейчас дрова. Ага, а 4. Тут прицеп он не может взять. Да, у него же там фаркопа нету, я заблокировал его. Да. Поэтому, Макс, бери кран тогда, а Пашка поедет на этой, на утилитке, а я тогда беру, давайте, карта с этим, с бортовой тележкой, сейчас дрова закину и поедем так. У вас должны быть там ремонтки в обоих, и в кране, и в той, по-моему, ремонт должен быть, да? Давайте я тогда поехал за дровами. А мы тогда гараж строим. А вы, так нет, вы меня-то подождите тоже, как бы поедем-то нам в одну сторону ехать-то. Ну да. Я поеду, давайте я объеду вас сейчас по пырику тут. Макс что-то задом прет. Да, вообще. Да, как краб пятится назад. Ой. Я уже на это наловчился, я уже и задом ездить могу. Так, все, парни, я поехал туда за дровами. Вы тогда там подождите меня на этом, на въезде. Развернитесь. Или можете там прям встать в ту сторону. Мы сейчас там же так же и поедем назад. Вы там разворачиваетесь в ту сторону, в обратку. А я сейчас вылезу с другой стороны. Сейчас подождите там. Даже можете там меня встречать. Ну вот, мы с этой стороны по асфальту попрем. Так а нафига, мы бы той же бы дорогой сейчас через ту же самую речку как бы выехали. Как бы так же, как мы сюда заезжали, мы так же... Гараж-то на этом берегу. Нет, на том. А, тут два гаража, точно, ё. Подожди, ты сейчас я... разворачиваться? Доски, дрова, бортовой. Разгрузим. Так вы меня-то подождите, я тоже поеду с вами-то. Там тоже пилорама есть. Давай. Сейчас да, только вылезу. Там разгрузишься заодно. Да, я говорю, там объедь пилорама. Ой-ой-ой. Бляха, у меня тут все пропало. Я на дыбы встаю. Сейчас, подождите, парни, блин, тут еще точка. Точка эта чертова болтается. Кто-то гудит там. Во-во-во, все, полез. Сюда когда надо вроде. А я отцепиться надо. Сейчас ждем. Да, лезу. Блин, сейчас все прицепом, наверное. Пусть нет. Я что-то полез-то. Да как там, потому что я с этими прицепами не люблю разворачиваться. С ними там так геморройно, блин. Да блин. О, все, вылез. Наконец-то.
Все, мне что, прицеп... Ой, парни, я переворачиваюсь. Я перевернулся, все. Game over. Я упал. Едьте, спасайте меня, короче. Кто там где? Вы далеко? Ну, не сильно. Да нет. Если объяснишь как, то спасем. Так, вот надо было вам вот эту сторону от гаража, как я поехал. Подъедем мы. Тут есть домик. Ой, бля, опять наручники. И вот от домика заезжайте, короче. А, подождите, у меня лебедка же рабочая, ё-моё. Сейчас я, может быть, поставлю себе прицеп. Ну-ка, давай сюда иди. Может, я сейчас еще и встану сам, подожди. Так, прицеп уже... Ой, машина встает. Ну-ка, давай, заводись, зараза. О, завелся. Да елы-палы, давай, маленечко осталось-то, ну. Да нет, ты смотри, не хочет никак, зараза. Сейчас, подождите, парни, я попробую, может, он еще подымет его. Так, прицеп встает вроде. Ага, хрена с два. О, все, парни, я встал. Отлично. Да, отлично, ладно. Я поднял машину. Вот что значит. А мы уже подъехали. Ну вот, видишь. Все, я за прицеп зацепился за задом, короче, и поднял его. Сейчас я туда сейчас прямо. Куда там? Поедем сейчас в гараж. Я... Давай мы загоняем в гараж, откроем по-быстрому. Так вы подождите, я все равно вот сюда за мной заезжайте. И так это как и уже... мы тоже на погрузку бы приехали к тебе. Вот это береза тут не. Ну, не к городу, как говоришь. Поехали, стоит. Макс, по-быстрому сгоняем сейчас. Откроем. На, ехать? Да-да-да. Газу. Да, ядрит батон. Вот ну не хочет, ты смотри какой, а. Упертый-то, бляха-муха. Давай, вроде лебедка тебя уже тащит, но... Зараза. Вперед! Да никак ты глянь, а. Вот ты плохой человек, Урал. Сказал бы плохим словом. Ну ладно, уже воздержусь еще пока что. Так, давай. Паха, ты по дороге ездишь? Есть контакт. Перевернул? Ага. О. Блин, камень поймал. А, да, кстати, вот он от камней-то подскакивает вообще. Вчера же я так же, блядь. По-моему, ой, сорян, улетел. Ух. От камня. Ой-ой-ой. Сейчас и я тут. Что тут делать? Что делать? Так, вы что, оба валяетесь, что ли? Я один, меня надо поднять как-то. Отпустить опоры. Потом. Вот. Что делать? Целая спасательная операция. Что там? Нажимать. Там стрела на троечку. Стрела 3. Все, да и... что ты будешь-то, ёшкин кот. На Е нажми, а наверх пойдем. На Е. Вау, я тут на дыбы встаю, вообще, мама, не горюй. Ха, жесть. А потом что? А теперь с крюка хватай меня за левый верхний клык. Да блин, вообще, я не могу. Поднять что? Это как? А? Как поднимать? На какую кнопочку? Еще раз, хвати меня за перед, за левый верхний путь. За верхний. Вот. Ну не дай бог сейчас опять прицеп опять за дерево зацепится. Да ты меня да? Зачем за жопу хватаешь? Наказа, что ты делаешь? За морду. За морду. Да елки-палки, ну. Давай, а у меня только за жопу тебя и можно тянуть. А у него, наверное, точку не видно. У него, может быть, не стоит это... лебедки-то сейчас это что? Сейчас я объеду с другой стороны. Вот прикинь, так, я попробуй. Ой, ты резко... Ну нафиг, я туда не поеду. Вот так, попробуй, вот так, стой. Поближе подъедь и попробуй. Вот так. О, стой. Ну, ты куда заехал? Мне, я как вставать-то буду? Все, я, парни, заехал на загрузку, наконец-то. Сейчас я к вам приеду. Вот так, стой, чё. Чип и Дейл спешит на помощь. Сейчас я загружусь. Так. А надо мне как-то спереди тебя объехать. Всё, не надо спереди, сзади в упор подъедь. А вы где, по асфальту поехали, Паш? Да. Вот так, все. Да, по асфальту. Давай еще чуть-чуть.
по асфальту по этой стороне, да? Еще чуть-чуть. Да, 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 думаю, по асфальту. Ну, упор подъезжать. Эй, что-то не едет. Так вы там на асфальте где-то и валяете? О, вот так, все, да, давай, там, сейчас, без опор, давай так попробуем. Теперь... Блин, надо тут на передний глушитель поставить тоже 100 ремонта какие-нибудь, а то у него ремонта практически никакого нету. Ты можешь морду достать мне? Я лечу к вам, парни. Вы где? Ну, по асфальту едешь. Ну, все, только всё, за жопу гоню. Могу схватить. Да елки-палки. Слышишь? Да, слышу. За заднюю часть только могу схватить. Может быть, там этот что-то с точками беда. Или просто он не близко подъехал. У него, наверное, да. Этот не стоит вот этот вот с Пентайрос плюс. Как мне потянуть? Вау! Ёшкин дрын, чуть не вошел. Я-то снимаю спереди с мордой, короче, я не вижу, что вы тут валяетесь. Вообще. Так, давай я тебя попробую. А нет, я тоже. Давай, Макс, пробуй так меня поднимать. Я тоже до морды не достаю. На Е. Вверх поднять. На Е. На какую? Е. На Е? Подожди. А нет, Паша, смотри, нету точек у тебя мордочка. Не на Е. Нет у тебя. А Паша, а ты не можешь достать? Нажми стрела, чтобы работала. Что нажать? Нет. Функции и стрела на троечку. Стрела, и потом. Вообще, я до тебя достаю. Да. Давай, цепляйся, я тебя сейчас поверну немножко. Паша. А теперь, короче, лебедкой тяни на F. На F. Слушай, он меня вообще никак поднять не может. Да должен поднять. Он главное, чтобы его не перевернуло сейчас. Он как бы так очень... его. Смотри, глючит, он не может. Надо было стрелой поднимать. Так а может поднимать. Паху за жопу оба сейчас схватим просто. Во-во-во. Сорвалось типа или что? Я задевал. Давай, Паша, заводись. Не, он не может пока. Я пытаюсь, он нифига мало ему. Вот, давай. Встал. Сам выехал. Все, отлично. Сейчас я отъеду немножко назад. Это, а как теперь все это? Вернуть, там есть штучка такая. Кнопка есть. На низ вернуть. Да. О, все вернул. Теперь можно ехать, наверное, да? Да, все. Мы поехали до гаража. Эх, замялся в правую сторону. А сейчас гаражи как раз откроете, отремонтируйтесь. Ого, вы там шкварили-то, блин. Не догнать вас. Так, где-то тут лесоповал должен быть. Насколько мне помнится. Так, я в гараж не проскочил, это ключ. Нет, вот он. Паша, там есть дорога на лесоповал? Да, есть. А где? От гаража как раз идет. Что, мне туда же заворачивать? Да. Разгружайся тут. И как разгрузить? Остановись, там у тебя появится 2 очка. Остановиться. Разгрузиться. Во. Так, теперь вот мне надо брать? Найти лесоповал. Где тут? Теперь лесоповал? Нам надо лес возить на чем. Так. А на чем лес возят? Гараж. Вы. Край ЧП. Ё-моё, я зря сюда заехал. Мне надо было еще ехать и ехать надо было. Карт? И прицеп бортовой. Да, вы можете не только карт брать, можете взять там этот, бортовые, первые два гаража там, которые катушки возят, да всю эту балду-то, помнишь? О, ну-ка, да я сейчас попробую. Там первый, второй вот возит на 3 груза, а первый только, по-моему... доски. Ну я взял выводит. Карт. Или как-то. А, не вот, карт. Все, нормас. Кориан, бортовой. Такое? Бортовой прицеп, да. Вот этот. А что он меня не хочет? Расположение. Там лесами попер вообще. Расположите свой грузовик правильно.
А вот тебя видишь, Спинтарис плюс не стоит. У меня так стоит, у меня там все грузится автоматом, как бы закидывается. Надо тебе было этот Спинтарис скинуть. Он еще в гараже. О, вот это капец. Он теперь длиннющий стал. Так, парни, я еду к вам. Парни, да нет желания перекурить. Да можно. У меня. Давайте я тогда останавливаюсь и нажимаю паузу, идем курить. Давай. Давайте все. Сюда. Все стоим, и я ставлю паузу, все. Все поставил. Так, ну что, сделали небольшой перерывчик, да? Так, Паш, смотри, короче, я 4 очка сейчас выгружу на эту пилораму. Вы, может быть, оставьте прицепы здесь. Без прицепов едьте. Привезите еще по 2 очка. Сейчас я в гараж тогда заеду. Вы прицепы киньте, да, и киньте здесь. А потом я прицеплю. Не знаю, как это получилось, но у меня прицеп между двумя деревьями застрял. Да отцепи его. Отцепи его, да и все. Э? Отцепи его. Функции и отцепить прицеп. О. Езжай без него. Я даже не знал, что так можно. Можно. Едь тогда за Пашкой туда и по этой же дороге возвращайтесь обратно. А я поехал на пилораму, она чуть дальше туда. Прямо проедьте, вот как я стою. На эту пилораму мы разгрузимся, вернемся сюда в гараж потом. И поедем, затаримся на туда. Да? Да. Давайте, я тогда буду вас сейчас разгружусь и подъеду сюда в гараж. А вы пока туда едьте, загрузите вот по 2 очка и притащите. Че, поедь? А, это твой прицеп, я думал, это ты стоишь. Так, я поехал. Вот тут сразу как бы от гаража от этого, Паша, будете проезжать, будет налево, тут лужа такая с дорогой, увидите. И заедете как раз на нее, получится, попадете. А я полез сюда, сейчас 4 привезу, вы как раз привезете еще 4 и потом уже потащим на ту сторону. Хорошо. Я поехал, тут прям дорога будет на эту, на пилораму. Паха, ты куда-нибудь? А, во, все, я вижу. Во, все, я на пилораме уже. Наверное. Ну да, вот куда она. Там? Сейчас тут кину свой прицеп. Налево, направо. Дальше, пока. Ой, я что-то тут застрял. Во, нормально. Все разгружаешь. О, так а у меня 6 очков почему-то, слушай. А почему 6? А, 4 же этот, вот этот везет. 2 надо вам. Получается. Ну, уже 4 привезем. Ну, ведь, да, оно без разницы, как бы 4 привезете, ничего страшного. Как бы. Сейчас я вылезу отсюда. Как-нибудь. Где тут дорога-то, ё-моё. Я уже тогда пошел в гараж. Вы что, повезете дрова? А я тогда возьму ремку с собой. А что там из этих трех? Что брать? Последнее? Да что понравится, то берите. Там разные, разные берите, да, как бы. Я сейчас вас сниму с разными грузами. У меня какие-то только доски, типа, что такое. Да-да-да, у тебя только доски в этот кузов. А у Паши 3 варианта, там, контейнер, сено и катушки, по-моему, да? Да-да-да, я вот катушки. Ну, тут по асфальту катушки-то можно ввести, не так, как мы вчера там валяли их. Так, все, я погнал в гараж. Сейчас я перемастырюсь тут. Чё это? О, свет нашел. Так, где гараж-то? Где-то тут рядом должен быть-то, ну. У меня вон фонарики горят.
Ну, камни, конечно, урона так нормально наносят. Так надо аккуратнее. Тут же все, реал. Реал. Так, прицеп скидываю. Эту карту скидываю. Не знаю, возьму вахту, наверное, на других колесах. Вахта. Ты уже разгрузился? Да, я разгрузился. А вахта, сколько там ремонта там, блин, сейчас посмотреть как надо. Вахта, 300 ремонта. Ну ладно, что, хватит 300 ремонта, поеду с вахтой. О, я прям как в дрифт вошел. Чего, жду я вас тут. Видим. Вот это ЗИЛ, Малик. Урал. Это же ЗИЛ, да? Это Урал. Урал, блин. Клинт, блин, Клинтон, да? А? Блин, Клинтон. Не проехали. Че, не проехали, что ли? Нет, вроде. Да вы до гаража-то еще не доехали. Вы где есть-то? Мы как? Не доехали. А вы как поехали? Так же, как уехали? Да, пошли. А, во, едет кто-то. Поехали. Давай. Давайте за мной. Опять урона нанес себе. А не на этом гараже за это разгружаться? Не-не-не. На, не в гараже, на пилорама. Ох, я пролетел. Ну, нормально он сейчас, более, да, адекватно сейчас себя ведет. Ну да, намного лучше. А ты говорил, надо в минус, минус, видишь, просто единичку надо было убрать, он просто, видно, так, моделька сделана. Короче, езжайте прямо. Не, ну, по идее, в минус должно быть. Нет, ну это в зависимости от модели, как бы, черт. Нет, нет, не зависит от модели. Езжай прямо, я сейчас точку открою. Просто вообще, в принципе, в минус должен. Точку открыл. И все, там разгружайтесь и сюда же обратно выезжайте. Угу. Да, блин. О. Ну чё вы там? Едете? Чего разгрузились? Ну чё, а Макс, ты как с прицепами-то? Дружишь вообще, нет? С прицепами? Ну да. Я вообще с Пентайрес не сильно играю. Ну тогда давай, сейчас поехали в гараж. Я возьму для дров, а ты возьмешь для ремки что-нибудь. Вахту там или что-нибудь. И поедешь с нами как бы туда. На подхвате. Так, мне еще надо... Звук немножко уменьшить. Это я вообще почти не слышу никого. В том числе и себя. Не, о, Урал вообще, да, красава. Урал не сейчас все. Допилим будет вообще best of the best. Конечно, я не на многих машинах ездил, но это тоже прикольная фигня. О, мы с Пашей, помнишь, на батонах там шпарили. Ну да. На этих, на синеньких. Батоны классные фигуры. Были, почему? Больше всего радовала проходимость. Ну, нормально он такой, да, и везет там все с собой там. Вазик прикольный я ищу. На вазике. Поноситься. Так батон-то есть вазик? Батон-то есть вазик? Ой-ой, Паша! Проскочил. Ух ты, нифига ты там залетел. Я думал, ты мне сейчас сзади засандалишь. Я куда кто поехал? Мы в гараже тут все. Так, а, чё, там, я тогда там, снимаю где-то... вахту. А, беру.
Давай, Паша, возьмем вот эти, с которым ты был, только возьмем контейнер сена там какой-нибудь, там катушки. Давай. И бортовые бери тогда. Я на дороге бортовой стоял. А мне что брать? А ты ставь глушак передний, фронт экстракт. Что? После цистерны, короче, блин, уже я не могу тебе просто выговорить. Сейчас уже. Цистерна, хром, экстракт. Да, и бери вахту. И вахта. Да, а вахта после чего? Это где? Там, ну, прочитаешь, там ниже где-то мне. А, во-во-во, вахта. Вот, и все, там ремка у тебя есть, и все, ты там поедешь с нами, так. Ну, все. Все, Паша, уезжать. Ты взялся? Ну, Паша. Выехали там уже, да? Просто я сейчас заднюю собираюсь давать. Да, да, да. Можешь уезжать сейчас и за нами. В сопровождении поперли. Все, Паша там подцепится. О, все. Ночью дым такой, как будто черный, да? Это да. От трубы идет этой. Нифига, Паша там валил. Паша опять там гонки устроил. Сейчас мы еще в НФС ломанем. Паха уже будет не догнать, если он даже тут так валит. Ну, не скажи насчет того, что в НФС-ке не догнать, это вопрос такой. Мы там уже с Пашей два профессионала, у нас там ноздря в ноздрю идем. На самой крутой тачке. Так, Паша, не проскочи этого-то. Раз, отворот. Я вот еду, выглядываю, где А вы по дороге этой же едете? Да, 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 да. Вот как вы сейчас только что притащили дрова. Сюда езжай. Что-то... Я опять на эти камешки наскочил. Не перевернулся, не? Не-не. Я ж водитель. О, уже дело-то к утру уже. Так, подожди, Димаш, смотрю, где где-то что? Тут, на, где-то тут рядом уже. По идее-то нет? Давай вперед еще. Ух, я кого-то вижу. Все, точку поставил. Ух. Да уже тут должно быть где-то. Ну. А дальше? Блин, надо этот убрать эти кружки тут в этой пиратке. Тоже надо будет текстурки все перекинуть. У меня там и береза, все там. А тебе надо будет, Макс, тоже все это поставить. Что поставить? Надо заменить там тебе медиа файл, потом там уже будет у тебя синхронизация на дефолте стоять света. У тебя будет видно свет на этом, на дефолтном транспорте. Mm-hmm. Потом надо тебе текстуры скинуть, убирает вот эти кружки вокруг машинки в мультике. А, ну да. Лебедку тебе надо кинуть, как бы. Камеру она дальше увеличивает, потом лебедка работает, когда машина, например, перевернулась или утонула, ты можешь все равно лебедкой воспользоваться, и при загрузке, короче, у тебя не будет много чего, да? Не будет проблем там у тебя с этим, с переворотом, с прицеп ровно там поставить, не поставить. Паш, ты что берешь? Так, я вот сейчас смотрю, что у меня тут. Прицеп-то полюбашу дрова там контейнер возьму и дрова возьму. Контейнер, да? А у меня... А я тогда что, давай я сено возьму. Давай сено. А я могу что-нибудь брать? А ты будешь на подхвате, если что, подремонтировать, повернуть нас. Так, что, а сейчас как выезжать-то будем? Ты вперед... По прямой поехали сюда. Ты там вылезешь? Там геморройно, там вот этот пенек мешает. Потихонечку поехали, Люся. Я могу задним ходом выехать. А мы все равно с прицепами тут не развернемся. Мы такие тоже не сильно любители прицепов, таких особенно. Лебедка. Вылезешь там? Я лебедку ты... подцепился и пошел. Вылезешь. Вот прицеп правее, Паша, смотри, чтобы прицеп главное вошел. Че, сейчас... впереди там, да? Ну, вперед. Да, поехали. Да, мы там. Вот, видишь, уперся. О, выскочил, нифига ты даешь. Ну ты, блин, и даешь. Так, это уже... опыт. Это, да, мастерство, как говорится, не пропьешь, да? Ага. Это точное замечание. Это точно. Так, сейчас все, я теперь полез.
Главное, чтобы опять не кувырнуться, вон что, мои дрова тут валяются, ё-моё. Все, ай, нет, не все, все, не все. Опа. Опа, давай ты, блин, опять я прицепом зацепился, ёшкин дрын. Ёпкарный бабай. Как говорится. Сейчас мы его. Не мытьем, так катанием мы его сейчас будем тут дербанить. Давай, 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 Семёныч. Газуй, ё-моё. Блин, вот там? Кто там прилепил эту березу тут, вообще не пойму. Мама, не горюй. Давай сходу вырви его. О, все, вышел. Отлично, проскочил. Отлично, Константин. Так, Паша, как ты тут выехал-то? Ё-моё. Ты направо пошел. Да где-то туда как-то. Как-то до дороги надо ему добраться тут с Леганца. Где вообще все-то? Макс, ты где? Я стою, вас жду около дороги. На выезде из этого. А, так ты уже вперед, вперед проедь, мы уже тут вылезли. А, так вы в другую сторону едете? Да, да, мы же там не стали разворачиваться. Ну я тогда догоняю. Я сильно смотри, думал, я тут на повороте не воткни мне. С другой стороны вы едете с лесопилки и туда, на гараж. О, урона мне прилетело маленечко. Да, камни-то тут, зараза, смотри какие. Что-то с камнями, что ли, сделали? На камнях тоже. О, вон Макс летит там, как на самолете, ё-моё. Так, Паш, ты где? Я тут на дорогу выезжаю тоже. Блин, а где ты выезжаешь-то? А, во, вижу тебя. На камнях только подсел. Вижу, вижу, ага. Ух ты, там на дыбке встаешь, нифига. Это нифига себе прицеп тянет. А это не прицеп, это вес груза очень большой тут. Ну, как бы более реалистичный, как, кстати, прикольно сделано. А-а-а. И давай пошли так же, и сейчас там около 9-этажек этих, будем туда через реку форсировать. Там от последнего... Поехали на повышенную все, короче. Да, ну на автомате тут, в принципе, что, какая повышенная-то? Да блин, он разгонится сильно. Так он на автомате поедет быстрее, чем на повышенной. Я вот на автомате за тобой спокойно шкварю. И догоняю еще причем. Приходится газ сбрасывать. Ой. Ой-ой. Сейчас врежусь в кого-то. Не надо. Соблюдайте дистанцию, товарищи. Так, оттормаживаемся, ребята. Да-да-да, вот тут Паша направо. Ай, Паша, ты далеко как-то. Ну да, в принципе, давай. Как-то тут и вот старайся правее там на этот островок вылазь. От деревца справа. Ой, блин, наверное, далеко зашли. Давай-ка я сюда возьму подальше. Вон, Макс, если что, Пашу подтянешь. Ну, хорошо. Ну, подсел я. Подсел? Там на камне, наверное, сел. Вот, видишь, я прошел, смотри. Да, вижу. Надо было нам не здесь, а да, надо Макс, было... давай лебедочку просто. Раньше это надо было хочешь? Немножечко. О, сейчас, нормально, я вышел. А за что мне ее зацепить? Так ты сам-то вперед. Так ты вперед-то проедь, да, и Пашу за морду. А, еще дальше? Пашу за морду зацепи это просто. Ты меня должен вытянуть. Вот, правее бери сразу, Макс. Ну да, да, да. Да, да, да. Передом надо становиться, да? Задом, нет. Ко мне мордой, поворачивайся мордой. Потому что тебе мордой. Да, вот так. Да, вот так вот. Даже можешь назад сейчас еще, назад влево так немножко сдать. Вот, все, хорош. Во-во-во-во-во, вот как-то так. И потом колеса вправо и сюда на меня выходи и вытаскивай Пашу. Колеса вправо и на тебя. Пашу цепляй. Пашу цепляй. Не могу. Нет, нет этих кружочков. Паша, зацепи его. Ого. Поехали. Поехали. Кстати, да, кружочков нету, я что-то там, мне кажется, не то. Ух, сейчас я еще перевернусь. Да не такого не может быть. Нормально, тут скорость небольшая. Вот, все, вытянул меня. Конечно же, скриншот. Все, Пашка отцепился. Да. Все, и все, и поехали. Вот смотри, как я иду. Вот так вот и по диагонали туда налево. Ё-моё, опять на камни.
встал. Прицеп по камням вообще не едет. А прицеп он сам по себе тяжелый. Первый поворот направо или дальше? А ты не спеши, ты потом мало ли мы тут где подсядем. Вон там кого-то подтягивать походу надо уже. Кого? Паха, наверное. Не, уходит. В реке я просто стою, я Пашу жду. Ну, поехали, Дима. Все, погнали, да. И пошли. Нет, не первый, второй поворот. Вообще, наверное, поехали, может быть, до конца туда дальше. Поехали. А как я в камеру нажал? Как выключить ее? Кого? Я один на камеру нажми, случайно один нажал. Нажми. Один нажми. Все лучше. За... Че это? О, все. Ой-ой-ой, Паша, тут вот тут правее бери ближе. Вот да где. Я прям по краешку. Где иду, Мак, я вот уже, где Макс. Я уже видел. Да-да, меня тут чуть не кувырнуло. Да-да-да, вот тут по краю иди вот так вот. А то я там что-то как-то глубоковато я меня. Я уже прям... видел, как ты нырнул там, я сразу правее. Потянуло меня вообще. Ну. Так, наверное, в этот поворот или в последний. Вот, Макс, тебе, наверное, тут надо вперед, сейчас ты что потянешь нас? Потому вперед? Что, да, грязюка тут такая жесткая, смотри. Мы, если что, сами зацепимся. Еще тогда. Вперед, вперед. На понижайку включись. Зачем? На арках он лучше будет идти, на понижайке. Я полный провод выключил. Или не надо было? У меня дифференциал включен. Куда дальше? Прямо? А, да. Нам налево, налево. Налево. Паша, ты на арках, да? Он на арках, тебе будет сложнее тут идти. Чего, проползнем? Не то нажал. Кстати, вот эти вот, я вот на которых сейчас еду, вот колеса было вот эти вообще. От Романенко, от КамАЗа, от Димона, вообще обалденные. Ой, копают это говнище, только свист стоит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Паша, тут осторожно, у меня уже морда поворот подняла. Который правее или поворот левый? Да вот, наверное, по этой дороге пойдем, я не знаю. Большой-большой, которая широкая? Ну, сейчас мы, подожди, вылезем из говна тут. Или правее чуть-чуть. Во-во-во-во-во. Сейчас я карту гляну. О, Паша, ты там как? Ползет. Ползет? О, отлично. Сейчас я подожди карту гляну. Так, где мы есть-то? Пилорама. Нам направо надо. Направо? Да, да, да. Направо и прямо вот от направо мы там туда через канавку вылезем. Паша, проехал? Да, да, да. Ну все, давай тогда поползли потихоньку. Я, наверное, понижайку включаю. Буду на двоечке ехать. Вот я так и еду. Потому что он так не прыгает, хоть, знаешь, как бы стабильно ползет. Конечно же, скрин. Конечно же, да. А на какую кнопочку? F12. Ну, тебе надо было в настройках там галочку убирать, чтобы не было вот этих всяких этикеток. Когда у тебя будет чистая картинка в настройках, но это потом мы тебе научим. Настройки. Смотри, сейчас выкинь тебя с игры. На самом интересном месте. Там, по идее, в стиме. Настройки, короче, панель приборов. Там что-то скриншот, там что-то там какая-то балда там есть. Настройки. Панели приборов на скриншотах. Галочку убери вот эту. Да, эту галочку убираешь и продолжить нажимаешь потом. Применить, продолжить. О, все. И у тебя скрины будут без всяких аватарок вот этих. А! Вау, Паша! Ай-я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 й! Жесть, Макс, помогай! Макс, давай назад, давай назад, давай назад быстрей! Триндец вообще! Все, стоп, 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 стоп! Принимай! Только не тяни, я сейчас сам лебедкой. Не-не-не, стой, стой, стой лучше! Во-во-во-во-во-во! Пипец, меня чуть не кувырнуло, просто на ровном месте. Груза тут очень тяжелые вообще. Ой-ой-ой, ой-ой, давай, 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 поехали, Макс.
Давай, давай, еду, давай. Еду. Давай, давай, потихонечку, потихонечку, только чтобы не кувырнуло меня. Вроде сейчас мне сейчас с грязи тут вылезти с этой. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Оп-оп. Тихо-т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 ихо. Что там? Поднимает меня, ё-моё. Ай-я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 й. Так, стоп. Кстати, ты лебёдкой меня подтягиваешь к себе. Стой, 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 стой. Так, Паша, дай... Я за тебя зацеплюсь, Паша. Стой. Так, тебя... И, Паша, стой, я сейчас лебёдкой потихонечку морду себе подправлю, подвылезу сюда. Давай вот, сам. Во-во-во, опаньки. Вообще жесть. А, груза, конечно, тут весят, мама, не горюй. Но вообще обалденно, как бы, вот эта сама такая экстремулька, да? Ну, да. Большая. Обалдеть. Жестко, жестко. Ну, прикольно, я тебе скажу одно. Как бы интересно, что, знаешь, понижаечку включил и пополз потихой там лебедочкой, поддергивая. Прям морду аж поднимает, вообще поднимает. Ух, ух, поднимает. Ой-ой-ой-ой. Опасно. Я вот на второй палочке еду, как бы на понижайке. А если на автомате, тут бы стопудово я бы уже валялся, наверное. Но на арках он стоит лучше, да? Ну, они, да, они шире. Стабильно вообще. Они шире, шире, как бы. Опа, я, да, опять тут на козла встаю. Вообще трындец. У меня трындец. Такого нету, чтобы меня прям заломало. Не, у меня вообще морду поднимает. Вообще, мама, не горюй. Не, ну у меня морду тоже поднимает. Но у меня в бока он не валится, в принципе, стабильно идет. Нет, ну я просто боюсь, чтобы его не завалило. Ох. Жесть. А, Макс там он говняшке мешает. Да, потом вот видос посмотреть, знаешь, как прикольно. Там. О, вообще опять на козла у меня встает. Вообще жесть. А, ну все, мы уже приехали. Вот нам сейчас надо вот прямо тут, Паша, яма, смотри, осторожно. Вот тут мы можем потерять все. Так, нам надо как-то вот отсюда, наверное, с лужи взять вот сюда. И, конечно, скриншот. Очередной скриншот. Так, вот тут надо, тут еще камни, ешкин кот, а. Надеюсь, что не потеряем. Ну да, как бы я вот, видишь, тут сейчас пытаюсь. Потому что туда в яму нет смысла соваться. Сейчас сунешься и все, и там точно опрокинешься на свете. Так, все, я пролез вроде. Ну. Бля, малые задрали. Так, не ругайся. Сори всем, ребята. Макс косячит. Макс косячит. Косячит. Косячишь, Макс? Косячишь, ты че? Видишь, мы матом не ругаемся. Бля, я их сейчас убью. Да ё-моё, Макс, ё-моё. Сейчас все видос весь загубишь, ё-моё. Ты че творишь-то? По беспределу. Так. Сейчас. Паша, я протупил. Чё? Я скинул груз, а не разгрузился. Дивизию. А он теперь не загрузится. Ну, только прицеп загрузится, да. Ёлки-палки. Твою дивизию. Блин, там Макс отсюда поломутал меня. Все, у нас 2 очка не хватает на. Я здесь? Да. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Это вот, видишь, все. У меня он из кабины поленой торчит. Ёкарный бабай. Знаешь, как будто мне кто-то воткнул в голову там спичку. Что это за фигня? Это груза не отрегулированная, вот что это за фигня, во-первых. Все, я аж дерево сломал, е-мое. Ну че, смысла нету, наверное, да, 2 очка тащить, ну, тут да, уже как бы, в принципе, и так доехали. Уже видео и так уже загубили на. Ой, Макс. Штраф тебе, 500 евро. Нет. 500 евро. Ладно, ребята,
Все, мы уже, наверное, 2 очка эти уже не будем дотаскивать, потому что что, это лишняя трата времени уже сейчас, это долгая история. Всем спасибо за просмотр, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наши группы, на каналы. Всем удачки, мониторьте в группе, на канале данную доработочку, как будем готовы, все будет выложено. Пишите, добавляйтесь в стиме. Всем удачки и пока-пока. Всем пока. Пока. Макс, пока. Пока.